Я в детстве не наигрался просто. Здравия, други. Как говорится, давно не брал я в руки скрипку. Давно не было у нас на канале, у меня не было давно распаковок. И вот сейчас целых две посылки мне прилетело. И сегодня у нас будет анпакинг. Анпакинг будет производиться при помощи Moroflex. Почему это важно? Далее будет понятно. Начну этого сезона, прилетела посылочка. Начну анпакить сразу, чтобы титки долго не мять, не затягивать эту процедуру. Начну с сезоновской посылки. И здесь у нас гатлинг. Дала мне это. Розовый гатлинг. Нет. Это что он, бляха, без батарейки, что ли? Жижа для патроны эту. Патроны в голубой баночке. Гатлинг сам розовый, а баночка голубая. А батареек нету. Ух, блин. Ладно, потом сейчас вторую открою, попробую. Надо же испытать, что он там, как работает гатлинг. Батарейки в комплект не положи. Мисочка для наливодаки, да, шмакаешь. И потом это кнопочкой пузыри. Надо чуть позже, если батарейки сейчас найду. И вторая посылка. Эта посылка приехала мне из Владивостока аж. И сейчас мы ее тоже распакуем. Гатлингу еще вернусь немножко. А пока распакуем, ну, вот эту посылочку. Это я больше, чем гатлинг. Гатлинг вещь нужная в выживании. Без гатлинга вообще никак. Но здесь вот. Сказал, да, что с Владивостока приехал. По Владивостоке заказывал. И это у нас нож Мора Fishing Comfort Filet 90. Не зря же я взял с собой этого Flex, Мора Flex, потому что вот это Fishing Comfort моровский, это практически то же самое. Как-то надо было вот его аккуратно открыть, чтобы сразу-то не споганить все. Итак, что же нам тут приехало? Вот такой нож. Фига штука, а нет, кстати, немножко посмотрел. Я был уверен, что два абсолютно идентичных ножа, абсолютно одинаковых. Заказал я вот этот Fishing Comfort из-за того, что здесь обух по 1,3 мм, точно так же, как на флексе. Практически это такой же нож, практически такой же флекс. Ну, говорит, иди отсюда, замякало мне. Лезвие немножко у него гнется. То есть это по сути филейник самый настоящий, вот как бы филейник, чтобы рыбу филировать, например. Но у флекса такая же, абсолютно идентичная, не одинаковая, немножко все-таки разница есть. Но у флекса рукоятка сделана, вот видите, вот эта гарда. Как бы она вроде как и не мешает особо, но иногда в каких-то ситуациях бывает, что порезать что-то, например, да, там до конца прорезать, она у меня втыкается. Ну, не очень иногда удобно. А у этого, вот этот Fishing Comfort Filet 90, у него нет этой гарды, и поэтому должно быть удобнее резать. Как бы я бумажку для резки не приготовил, но думаю, что смысла особого нету там эти почикать бумагу снегурочкой, тем более снегурочка сейчас до хрена денег стоит. Поэтому ножны немножко тоже отличаются. Мне почему-то казалось, что это вообще два одинаковых абсолютно ножа, раз разницы только в рукоятке. Я-то думал, что у этого рукоятка сделана как на компаньонах,
А клинок точно такой же. Ну нет, клинок отличается. Вот такой интересный клиночек, на нем написано Morrow Shodden. Стайнлис. Ну, как все как обычно. Рукоятка обрезиненная. Довольно удобно, кстати говоря, ложится в руку. Ну, сейчас напоганим. Ну, как бы ходовые испытания, конечно же, пройдут чуть позже. Небольшой аккуратненький ножик, 9 сантиметров, если я не ошибаюсь. А, ну тут 9 сантиметров и есть. Филет 90 же. 90 миллиметров клинок. А, нужно еще... Нужно что еще сказать в связи с этим ножом? Ну, обычные пластиковые ножны, на которых написано Made in Sweden. Вот это, оказывается, я тут недавно узнал, что вот это вот у них крепление на пуговку. Это пристегивается, на пуговку надевается, типа можно там носить как шейник, например. Ходовые испытания проведу в ближайшее время, вероятнее всего, на кухне. Может быть, даже сниму про это какой-нибудь ролик. Ну, а в целом, в принципе, это такой же флекс. Он тоже флексит, немножко гнется, вот можно видеть, да, что он... Как флекс гнется, так и этот 1,3 миллиметра обух очень тоненький. Тут даже меньше, тут, наверное, миллиметровый. На взгляд тоньше. Тут, наверное, даже еще тоньше обух. А, небольшой, компактный, аккуратный. И самое главное, от этой гарды нет, которая, ну, картошку, да хотя она, в принципе, не очень-то и мешает. Вот. Ну, просто захотелось взять Кивелигору ножи. А тут еще с ним история-то какая. На текущий момент, я последний раз, когда смотрел на сайте Моры, на официальном, ножик этот стоил там 3800. 3800. Из-за курса доллара там туда-сюда. Вот. А я нашел его во Владивостоке в интернет-магазине в рыбацком за 1500. Ну, плюс 500 там рублей, что ли, доставка. Короче, за 2000 я купил себе Mora Fishing Comfort 90. Еще одна Mora мне в мой арсенал. Вот так вот. Хорошо. Ну и возвращаясь таки к Гатлингу. Тут еще запакована целка. Целка. Помните? Кто помнит водку? А, прямо целка. Кто помнит, как водку открывали эти с алюминиевыми пробочками? Помните, как там была, что такое было целка? Тот сейчас должен просто поставить лайк сразу. Или написать, того лучше написать в комментарии, что помнит, что это такое. Водку с алюминиевыми пробками. Наливаем жижу в специальный тазик. Дальше-то вот так делается туда. Чик. Это называется сейчас... Это называется детство в жопе. Ну, далеко, на самом деле, как бы это, смех, как говорится, смехом. А дело в том, что в этой игрушке, в Гатлинге, есть моторчик с вентилятором. Я немножко не то отхватил. А, ну, как бы, в принципе, тоже не слабо дует. Небольшой моторчик, я так полагаю, что даже, ну да. То есть это планировалось, игрушку я покупал там по скидке, что-то 200 с чем-то рублей, моторчик на Алиэкспресс примерно так же и стоит. Я покупал для того, чтобы сделать, ну то есть ради моторчика. Вот, думаю, что может быть, вероятно, сделаю я из него еще турбонаддув, еще один. Ну то есть выковырю оттуда, сейчас достану моторчик.
Ну а пока как бы не достал моторчик, пока дело не дошло до этого, до вандализма, можно по приколу пузыри попускать. Окно открою, еще в окно популяю. Надо выше вот так вот. Я в детстве не наигрался просто. Ну, такой у нас получился сегодня анпакинг с розовым гатлингом и с черно-салатовой морой Fishing Comfort 90. Ну и на сегодня все. Я сейчас уже начну игрушку курочить. Думаю, что пластмасса можно использовать в качестве растопки, например. Моторчик выдерну и, может быть, куда-нибудь приложу тоже. Ну, в общем, вот так вот. На этом все. Всем спасибо. До свидания.